вечером прогуляться. Мы купались. Теперь хочу немножко прогуляться. Вот видела недалеко от нас церковь. Люди все кушают, уже вечер. Море вдалеке. Так, сейчас посмотрим. Недалеко от меня эта церковь. Смотри, как красиво на территории. Ванна даже есть. Наконец-то храм я увидела. Знаю, что в Греции очень много храмов. Но эта поездка не паломническая, поэтому я их мало видела и мало заходила. Сейчас посмотрим. Так, Кассандра, если еще знаешь, что написано. Тукостас. Красивые цветочки, территория ухоженная. Так, если бы знать, в честь кого храм, было бы хорошо. Сейчас буду пытаться читать на греческом. Может, туда и пойму. Я нашла вход в храм с другой стороны. Храм закрыт. Пробую завтра зайти. Радость для сердца. Для души. Потом храм, видишь, нужно прийти, помолиться. Хорошо отдых и телесный, и, конечно же, духовный, душевный. Душа, она тянется к Богу. Покажу вам центральную улицу. Вот я живу. Вот центральная улица. И все дороги ведут к морю. Даже тут спустится, повернуть должен. Хочу сейчас заснять улицу, которая мне очень нравится. Пробираемся, покажу, какие дома тут красивые. Люди живут. Смотрите, люди живут, строят эти дома и сдают. Как мне сказали, здесь бедных людей нет. Сезон они зарабатывают. Вот все, кто как может. Кто сдает квартиры, комнаты, кто сувенирами торгует. Вот, видите, как все улочки. С главной улицы. Все улицы поворачивают налево. И так каждый хоть метр, наверное, 200. Такие как квадратные, по периметру такие квадратные идут улицы. Вот. Можно повернуть и пойдешь к морю. Ты сколько машин. Тут я думала, выходные дни только будут машины. Нет. Тут машины всегда, всегда забито. Всегда. Какие дворики, покажу, может, туда себе какую-то идею возьмет. И цветочки ведь растут. Как под навесик, под гараж. Можно так гараж по породе. Дворик красивый, да? Дворик красивый. Сейчас похожу, покажу вам дворики всем. Да. Еще покажу дворики. Тоже такие под навесики делают. Под гараж, под машину. А, вот они, можно машину показать. Дворики. Конечно. Симпатично. Все в цветочках, травки. Видите, как
все цветочки на балконах, цветочки. Так. Какие дома покажу. Видите, здесь у нас все белые дома, беленькие такие, такого цвета пастельного. Все в тон, чтобы было как бы у них под один интерьер, как мы говорим, да? Да, красиво тоже цветы растут. Вот дворик. Дворик. Сейчас покажу. Теперь с моря возвращаюсь. Я уже не купалась. Сегодня целый день. Как скрыть цветы. Красиво. Крыши всех красной черепицы. Ну красиво же, да? Получается вся Греция в одном таком стиле, в одном интерьере. Пастельном интерьере. Сами они и живут, жители сдают свои апартаменты. Люди приезжают, поселяются. Я еще завтра. И все. Быстро пролетело время, каникулы практически заканчиваются. Так, отдохнула и домой не пора возвращаться. Как говорят, в гостях хорошо, но дома лучше. Снова вышла на пляж. Это, конечно, идеальное место для отдыха. Для отдыха с детьми. Ну и, конечно, старшее поколение. Исключительно из мусорки, конечно. Хотела вам показать, сколько людей. Смотрите, уже вечер. Уже 8 часов вечера. А людей полно на пляже. Полно. Это понятно, когда такие дорожки, пальмы, так просто так красиво. Красота. Сейчас люди будут выходить на вечер. Жарко очень днем. У них сиеста, это они спят, отдыхают. А вечером, часиков уже 8-9, уже всюду забито. Все столики, все кафешки, все уже заполнено людьми. Даже нет места, где присесть, покушать. Прям в них жизнь. И до ночи, до двух ночи они гуляют. Никто никуда не спешит. Все себя отдыхают. Вот. О, что цыгане продают и обманывают, как мне сказали, людей. На весь обмен. На деньгах, говорит, одна цена, а потом оказывается другая. Намного больше, в два раза больше. Цыгане продают. Еще покажу, какие домики красивые. Первая линия перед пляжем. Конечно, дома покрасивее, пошикарнее. Первое время. Это, не знаю, на прокат, наверное, сдают. Это все для рабочих, наверное. Скорее всего, что рабочие приехали. Люди, которые здесь работают. Сколько людей. Все, уже заполняется столик. Заполняется. Я тоже сюда приду покушать, что хочется же морского покушать. Сколько красиво. Красиво, конечно. Тоже такие. Дворики, улочки. Красиво. Сейчас я вам немножко показала. И пойду. Сегодня вечером пришли в ресторанчик. Поужинать. И сколько людей. Это море людей. Просто. Места нет. Мы просто случайно нашли место даже. Сколько людей. А вид какой красивый. Видите? Все кушают. Мышка видно. Что мы заказали? Мы заказали цезарь с креветками. Кальмары. Девочки кабачки заказали. Тоже цезарь. Шикарно. Приятного аппетита. Вот, кстати, креветки. Вот креветки. Да, цезарь. Ну, правда, чуть-чуть, конечно. Мне, может, там много сейчас поведут? Я что-то сомневаюсь. Некрасиво, все очень красиво. Нет, красиво вообще спору нет. Да. Девочки, это я не могу.
О, на водичку принеси. Красный джус. Джус. Покажи. Водичку нам принеси. Винца тебе принесли. Тут самое вкусненькое принесли. По-разному. У нас уже остался один день еще. И все. И домой. Спасибо. Они как посуду собирают, сколько посуды, как они несут, как переживают. Они разбиты, несут эту посуду. Они очень быстро работают, официанты. Они быстро заказ принимают, быстро готовят. Все быстро, да, все быстро. Посуду собирают. Это как, не знаю, гора такая посуды. Клиенты быстро едят. Все, мы уже поедем. Они, наверное, вот это. А, нет. Морешка. Уже черное море. Даже море не видно. Все, мы покушали, будем уже идти. Доброй ночи всем. Доброе утро с нашего последнего дня уже. Вот, отдых был замечательный, еще один денечек погуляем, отдохнем. Церковь, которая вчера ходила. С девочками сейчас покушаем и пойдем на завтрак. Наш официантр. Хочу вам показать салупу, какая салупа. Хочу показать, что есть покушать. Это завтрак. Блинчики. Блинчики. Тут кофе, чай. Хлебушек. И все, что утром позавтракать так легко, что нелегко завтракать. Все есть. Творожочек, суп, чай, какие-то там джемы, все есть мюсли. Все есть. Мне нравится. Я не голодная. Ну и давай. Теперь все покажу вид с балкончика с нашего, который по столовке идет на дорогу. Все, народ спит. Вчера гуляли все до ночи. Почему они все гуляют? До двух ночи. Только выходят часиков 10 погулять вечером. Очень жарко. Вот. Домики. Сегодня кушать. Приятного аппетита. Будем кушать. Красивый, красивый. Какой вид красивый. Кто это к нам приехал? Давайте посмотрим. А кто это к нам приехал? Привет, здоровье, правда? Уставшая. Привет. Дежурный шофер. Да, ты прям с корабля добрал. Да, попросту забрал, заедут пирочки. Класс. А Маша, я лежу, ну, Николь уснула. Маша говорит, Люда там приехала. Говорит, а ты что, не может быть? Хорошо. Да говори нормально, там потому что будет нормально. Да, Людочка заехала к нам по пути, да. Прям с дороги. Да, дедушка сказал, что едет, Марка привезет. Все приехали, все в сборе. Слава Богу. Слава Богу, что добрались. Люда подарки нам завезла. Дашенька. Тихо. Класс. Спасибо. Это лучшее, что можно придумать. Это что, фета? Настоящий фета? Настырский сыр. Настырская брынза. Там мы были наши. Да, Дионисия. Были на Дионисе. Они там делают монахи сыры такие. И сыры такие делают? Да, видео немножко снимала там, да? Да, в монастыре снимала.
Это вам да, сыр и брынза. Спасибо. Салат сделаю, попробуйте. Да, сделаем, мы делаем салатики. Потом очень вкусные вяленые оливки. Они отличаются от этого, от простых наших, да? А это купец с Валерой? А что это, Лёчка? Мыло или что? Мыло такое, натуральное, на оливковом масле. А браслетиков не было? А? Браслетиков на руку. Браслетики? А, есть, да? Я так хотела, чтобы ты браслетики... А, я тебе сейчас покажу, какой. Я тебе просто такой привезла сейчас. О, да, я так хотела его. Так, это мыло натуральное. Что это за мыло? Это Валерия. Это... Будете все пользоваться, да. На оливковом масле. Да, натуральное. Да. Это символ уже. Это что? А, кухонные, да, вот эти? Да, это символ. Это такой греческий, да? Да, да, да. Лично стиль. Вот эти глаза везде не любят. Как амулет защиты какой-то. Это он для кухни вам. Спасибо, у нас как раз. Спасибо огромное, из Греции. С оливковое дерево, да? Класс. Да. Это, а я была, это я была в этом городе, называется Беккахори. Беккахори. Слушай, такие дворики там красивые, так все, ну, украшают, интересно. Да, мне так понравилось. Так. И родовый тебе браслетик. Ой, я так хотела, чтобы ты мне браслетик привезла. А спасибо, огромное. Да. Вот такой же браслетик. А то у меня порвался давно. А давно. Такой хотела, ты? Такой именно я хотела. На правый, на левый? Останется, да. Я такой и хотела. Спасибо. Да. Это же защитный браслетик, который, да, защищает, да, намоленный? Да, да, да. Спасибо. Да. Это я его больше всего ждала, честно говоря. Да. Это марка браслетик такой. Да, одевай. Надевай. Расскажи, Марку, что это за браслет? Видишь, с крестиком тоже защитный такой. Намоленный, да. Монахами, Маркуш. Да. Ну, можно купаться в нем, не можно снимать. Он монахи. Знаешь, да, сколько я видел, я в таких браслетах ходила? Да? Да, он сейчас порвался. О, вот так. Если он будет растягиваться, то раз затянулся. Не потеряешь, Маркуш? Ничего, Саша уже взял. Вау, класс. Спасибо, скажи, Марк. Спасибо. Не умеет спасибо говорить. Девчонкам разные сейчас. Уже поразбираем, да? Да, ты, Маша. Я думаю, Маша, смотри. Я думала, ты это, смотри, какой-то голубой тебе хотела, с голубых. Это младший, это, вот это вы что старше, что себе, посмотрите, это младший. Вот это я тебе, да, а Даша, по-моему, что ты хотела, Даша, смотри, сама какой ты хочешь. Тут всем, да, Людочка, Николе, всем? Да, 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 да. Давай, может, Никольке поменьше вот этот цыплялок. А Кира соли, ой, какая красота. Подарочки. А это тоже для одномоленной или это сувениры? Нет, это уже сувениры, а, да. А это именно то, что, да, я хотела, да? Да, да, да. Спасибо. Держится? Да. Да, хорошо. Ты, слушай, ручка меньше, чем у меня. Чего себе, я на сверху мерила. Мне, ну, было хорошее, чтобы были поменьше, было мне. Я из благородных, у меня, да, тонкая кисть. Спасибо, Людочка. Я больше всего ждала вот этот браслетик, да, да, я так хотела его. Мой давно порвался, и, ну, он защищает, дает, да, защиту. Да, да. Я так хотела, чтобы ты мне привезла браслет, и забыла тебе написать. А то ты уже говоришь, еду обратно, я думаю, блин, забыла сказать, что хотела браслет, чтобы ты не купила. А ты порвался, да, понятно? Сам порвался. Напитал, я же там же рассказывали, он когда напитывает негативную энергию, он рвется, его надо выкидывать, и новый. Он давно уже не порвался. Даже защита будет надолго. Спасибо, Людочка. Спасибо огромное. Ну, все равно все развеяться привезла. Покушать на стол. Спасибо. Для души и для тела.